Так, давай подождем. Блин, ну это рисковый способ. Я прям испугалась. Нам нужно сейчас спуститься на первый этаж. Всем приветики! Рада видеть вас на моем канале Тилька Плей. Я Наташа, мы сегодня с вами продолжаем играть в Яндеро Симулятор. А идем на хорошую концовку, которая вышла с обновлением. Где мы с вами играем, в какую? Вот это вот третья неделя, да? По-моему, наверное, да. Я просто не помню. Короче, для тех, кто не помнит... Да, вот, все. Суть такова, то, что нельзя проливать ни единой капельки крови, нужно соперниц только мирными способами устранять. Поэтому сегодня продолжим. Я думаю, что сегодня мы с вами сделаем сватовство и попытаемся все-таки со злым фотографом что-то сделать. Вроде бы как мне написали, что я делаю одну ошибку большую, надо на крыше это делать, только на крыше срабатывает. Поэтому попробуем, в общем, погнали. Так, у нас написано, что пятница это дедлайн, но я вроде бы все сделала, как бы. Ну ладно, сейчас посмотрим, что там в школе. А, наверное, не засчиталось просто. Ну, я сейчас с собой на всякий случай их возьму. Если что, еще раз устраним предыдущую конкурентку сразу. Это, по-моему, у нас девочка, которая любит читать книжки в библиотеке. Вы, кстати, усаживайтесь поудобнее. Не забывайте поддерживать лайком. Видео, возможно, будет долгие, а может быть, долгие. Угу. Долгим, а может быть, коротким. В общем, посмотрим. Скорее всего, да, игра мне почему-то не засчитала. Да, она мне не засчитала. А если я сделаю вот так, загрузить... Ты сейчас шутишь? Ты со мной сейчас шутишь? Ладно, хорошо. Ну, с импаем-то я хотя бы это самое... Ну, чё, мутки? А то это как бы будет, ну, такое себе, если я с импаем мутки-то не мучу. Так, ну ладно, давайте тогда сейчас побыстренько сейчас вот это вот все сделаем, потому что мы с вами шарим. Ищем ее шкафчик. А нахрена ищем ее шкафчик? Не знаю. Ну, извините, туплю. Так, и делаем ей тег. Все, быстренько-быстренько с вами по бырику бежим до комнаты сэмпая, потому что про сэмпая нам в этой части тоже забывать нельзя, а конкретно в этой концовке нужно его тоже обхаживать и периодически подкладывать ему всякие подарочки и романтические записюльки, поэтому я оставлю ему записюлечку. И сейчас дождемся, пока наша вот эта вот Шамаланора сделает свои дела, и мы на нее пойдем настучим в учительскую. Скажем, что она в школу притащила запрещенку, вообще, представляете? Да, мы это делали, но я не знаю, почему не сохранилось. Я очень расстроена, потому что я сохранялась, у меня даже здесь, видите, как будто бы ничего нет, слотов. Хотя я при вас сохранялась, очень странно. Возможно, это просто из-за обновления, как бы. Не надо, не надо, все. Девочка ушла, отвлекаем училку, которая здесь сидит, пердит. Тетя, выходи нахрен отсюда. Шла вон! Ушла, пожалуйста, уходите, тетя, давайте, до свидюли. До свидюли, мамзюли, мамзюли. Опачки, контрабанда, кладем ей сразу вот эту вот запрещеночку. Все, запрещеночка у нее есть. Кстати, очень дорого стоил этот способ. О, сэмпаю понравилось, что я ему подарила записюльчику. Короче, самый дорогой способ, хочу я вам сказать, вот этот вот, с запрещенкой, потому что столько бабок стоит, чтобы ее купить. Поэтому я прям very disappointed, когда слила столько денег. Но ничего, сейчас заработаем. Сначала избавимся от конкурентки, потому что у нас с вами дедлайн, как бы. Вот, а потом уже тогда будем с вами приступать к остальному. Здравствуйте! Я хочу сообщить, что вот там девочка принесла наркотики, представляете? Вообще, а сама тихоней-тихоней, представляете? Вообще ужас. До чего дожили? Кошмар. Жизнь тлен. Сделаю что-то домашнее задание, не знаю зачем, но пусть будет. Потом пойду учиться. Так, тут девки тут дорогу мне перегородили. Они вроде бы мои подружки, но такие, знаешь себе, подружки. Подружка подружки рознь. Возьмут меня, дотолкнут. Ты что, ты моя подружка? Вроде бы нет. Она не моя подружка, но у нее есть какое-то задание, которое я ей не выполнила. Это моя подружка. Но у меня тут с репутацией все прекрасно, меня все любят, все обожают. Я просто секси леди. Вот, поэтому как бы меня не любить нельзя. Я иду учиться, потому что учение света, не учение тьма. Давайте прокачаем себе физические способности, типа я качок. Все, подругу нашу выгнали, я это все сейчас скипаю, потому что мы это с вами видели. И тогда заканчиваем этот день и приступаем к нашей следующей сопернице. Попробуем ее устранить путем сватовства. Я, правда, забыла, как это делать, потому что делала всего лишь единожды. Поэтому сейчас будет тот еще челлендж.
с воспоминаниями, скажем так. Прокачиваем себе очко. И надо обязательно сейчас пойти еще в библиотеке. Да хотя нахер мне... Ой, да ну, не хочу. Да в смысле? Что ты дерешься, драчуха? Погнали, короче, домой. В клубе мы ни в каком не состоим. Ну и ладненько. Поехали. Записывать ее в шкаф мы ничего не будем, ее исключили. Просто идем с вами домой. И у нас с вами выходные, надо читать мангу, надо читать все остальное, потому что вот эта взрослая манга, которую мы с вами купили, она тоже влияет на то, насколько быстро мы будем с вами охмуревать сэмпая. И еще нужно будет купить подарки ему, конечно, перед школьным днем. Что? Минус новая ученица. Здравствует новая ученица, которая решила залупиться на моего сэмпая. И тут-то было, овца. Так, ну что? Смотри, я предлагаю сейчас идти на работу ночную. Где мы больше всего получаем? Больше всего мы получаем вот здесь, в лаборатории. Идем на работу. А днем мы тогда с вами в субботу почитаем мангу. Так, новая девочка, это которая у нас спортсменка. О, ей сейчас надо будет, наверное, стараться пацана типа накачать, типа сделать качком. Торчком и вот это вот все. Ну ладно, сейчас разберемся. Еще надо купить же вот эти вот все побрякушки, звездюшки, вот эти вот на этих вот ложков, петушков. О май гад, это так сложно. Ладно, поехали. Так, суббота у нас сегодня. Или воскресенье. Говорю, что это из этой категории. Значит, мы читаем с вами книжку. Эту мы прочитали. Эту мы прочитали, да? А, нет, не прочитали. Давайте ее прочитаем, конечно. Прочитаем ее. Идем с вами на работу, чтобы, если что, у нас с вами всегда была возможность купить запрещенку в любой непонятной ситуации. Чтобы, если что, резко саботировать. Да еще будет не забыть сохраниться. Так, понедельник, все. В понедельник мы идем с вами в школу. Но перед этим трусы у нас одеты. Так, студенческие очки пока что. Идем с вами сначала в город, надо купить подарок сэмпаю. Заколебал на самом деле он меня со своими подарками, блин, сраными. Так, вот, любимая Japanese новелла. Так, алкоголь, презервативы, медицина, комбимил. Нет, комбимил не надо. Вот где-то здесь нам надо что-то купить, не помню, здесь что ли? Нет, это манга взрослая. Вот тут, по-моему, в хейр-салоне нужно вот это вот все купить. Короче, я все купила. В общем, ладно, посмотрим. Может быть, я что-то делаю не так, но сейчас разберемся. Сейчас вспомним. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Все, идем с вами в школу. Поехали тогда в школу. Ничего с собой не берем. Нам ничего, в принципе, не нужно в этом прохождении. В этом прохождении мы сама милашность. Самая добрая, самая кайфовая, самая любимая, самая красивая. Это я. Такс, господа, вот она наша новая шмара, которая пытается моего сэмпая хомутать. Мы ее запомнили, эту козу вонючку. Сейчас сразу тогда что, тегаем ее, вот эту вот письку вонючку. А, это вообще прям арестовано? Ни хрена себе, прикинь, ее прям арестовали. И все из-за меня? Ни хрена себе, то есть... Одних исключили просто на какое-то время, и они вернулись. А эту прям, прикинь, посадили. Блин, мне теперь ее даже немножко жалко. Она самая тихая, она такого не заслужила. Ну, такова жизнь. Так, записочка, подарок от меня моему любимому сэмпаечку. Ну и теперь вот эту вот мамзель, мадемуазель, надо поймать здесь. Схватить ее за жопу. Понять, кому она нравится, кто ей нравится. Кстати, надо будет еще сохраниться. Вы не можете сохранить игру. Сейчас сохраню, надеюсь. Хотелось бы сохранить игру. Они идут все по своим школьным местам. Так, а как? Вот, все, давайте сохранимся сейчас. Я не знаю, почему пропали все мои сохранения. Вот она, наша новая подружка. Я не помню, в каком она учится кабинете. Но, видать, на втором. Надо было ее наказать, она мне больше всех не нравится. Почему? Сэмпай, сэмпай, я тебе там подарочек подарила,
А ты знаешь, что у нашей дочери будут тоже черные волосы? И она будет похожа плюс-минус на меня. И будет же такая же психопатка, как я. Привет, моя зайчика. Привет. Так, отвлекаем сразу училку, говнилку. Ты не слышишь, что ли? Господи, глухая манда. Так. Привет. Давай дружить. Ой, отлично. История такая, что я абсолютно что-то какой-то кот возле школы хочет проблемы. На-на-на, убегает. А, ей нужно котенка поймать. Все, я вспомнила. Этой дуре надо поймать котенка. Так, книжку. Читаем. Ты нашел книжку из ее этой самой. Так, она любит милых мальчиков. Ты можешь посмотреть, что ей нравится. Ей нравятся сережки. Ей нравятся очки. А, ей нравятся сережки, тот, кто занимается в спортзале, рыжие волосы, цепочки. Хорошо, сережки, цепочки. Окей. Ну, я на всякий случай давайте сфоткаю, потому что я просто не помню, как это все работает. Мы сейчас вот так вот сфотографируем. Все, чтобы у меня была шпаргалка. Так, и читаем ее дневник, что она любит, что она не любит. Все. Мы прочитали, сейчас пошлите с ней побазарим. Так, привет. Позитивно с тобой поговорим о кулинарии и негативно с тобой поговорим о видеоиграх. Вообще странно, что ты не знаешь об этом, ну ладно. О, сэмпай вообще прям почти что мой уже. О, никаких конкуренток. Киска, 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 которая бегает за школой где-то. Я помню, что этого котенка было достаточно сложно поймать. И нам нужно прям так бегать с вами нехило, чтобы эту киску поймать. По-моему, киска бегала где-то вот со стороны... Ничего себе, что это вы? На физкультуру собрали? Вот он, стой! Котик, стой! Надо его сократить. Ля, гнида быстрая. Да стой же ты! Слушай, ну он же, наверное, рано или поздно пробежит здесь опять. Давайте просто ему бежать навстречу и все. Ой, это, смотри, сидит с котиком. Все благодаря тому, что мы ее оставили в этих самых. Так, дождемся котика. Сейчас мы его поймаем с вами. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Но он прям шустрый. Я помню, что, чтобы его поймать, нужно прям силу специальную. А долго, интересно, ждать котика? Может быть, я побегу ему навстречу? Он же наверняка здесь круги наматывает. Да, она пошла переодеваться. Сейчас поймаем эту киську-письку. Киси-киси-киси-писи. Киси-киси-киси-писи. Что-то мне кажется, с той скоростью, которой бежал этот котик, он уже должен был оказаться здесь. Нет? Котик. Да котик куда-то, по-моему, это ретировался. Это котик? Да, смотри. Ах ты говнюк. Ах ты маленький говнюк. Я не могу его догнать. Стой. Да ты посмотри, как он шустрый. Да ты посмотри. Не, я его прям вообще не могу догнать. Он такой конченый. Ладно, пофиг. Не подружусь с этой дурой. Хрен бы с ней. Так, я хочу все-таки посмотреть, кто там к тебе яйца подкатывает, кому ты нравишься. Не получилось у меня кота поймать. Но я пока не вижу, чтобы за ней кто-то подглядывал. А что это она здесь занимается? И кому ты нравишься? Не вижу никакого паренька, который будет к тебе это клеиться. Все? Это была твоя разминка? О боже. Так, где тот задрот, которому ты нравишься? Где он? Где этот человек? Я его прям жду. Ну вот она у нас бегает. Может, вот этот? Да, вот он. Так, привет. Ты чё у меня? А чё у тебя за просьба? Как его зовут? А какая у него просьба?
Какой-то парень с дурацкой челкой. Давайте посмотрим. Парень с дурацкой челкой. Парень с дурацкой челкой. Нет, не этот. Ну капец, теперь найди этого дебила. Нет. 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 Вот этот? Розу? Это ты? Так, это ты. Значит, тебе нужно розу принести. Сейчас тебе принесу розочку. Романтик херов. Сначала вроде бы как с ним надо подружиться, насколько я поняла. Нормально то, что я тут дергаю цветы чужие? Возьму несколько роз, может быть, кому-то еще подарим потом в процессе. Так, пошли к этому додику. Оля ходит с сомелечками, поливают. Ну шо, где там наш герой-любовник? Так, герой-любовник. Я выполнила твою просьбу. Все, он теперь мой друг. А теперь ask favor, социализация, go ship. А как ему сказать, что я знаю, что кого он любит? Apologize, ask this to follow me, distract, go away. А, love. Я знаю, что ты любишь вот эту девочку. Ты любишь эту девочку? Ой, только не говори ей. Она реально мой краш. Так, любовь. Давай я тебе дам совет. Так, говори позитивно о готовке. Говори негативно о видеоиграх. To make your smile you look nice today. Show if you courage. Интеллект. Strange. Интеллект. Но она любит сильных. Так, give her a bracelet, hair clip. Так, Niklich, ring, браслет, hair clip, Niklich. Я так понимаю, Niklich. Ну, вроде бы как все. Это все вещи, которые ты должен ей сказать. Спасибо тебе большое, я запомню это. А когда ты ей об этом скажешь? Я надеюсь, ты сегодня ей об этом в конце дня скажешь. А как его-то наряжать? Вот. Ponytail, slick hair, piercing, banana, shades, tan skin, black hair, jewelry. Так, давайте смотреть, что нам из этого нужно. Нам из этого нужны сережки, очки, ponytail. Ponytail это что, крашеные волосы? Вот как вот понять, что из этого что? Не, подожди, piercing это другое. Очки, glasses. Shades. Это что такое shades? Джеверли, наверное. Давай вот так. Посмотрим, короче, что он наденет завтра. В любом случае, я пока что не знаю. Надо его чекать просто периодически, и все. Такой додик с дурацкими волосами. Додик с дурацкими волосами. Где же ты? Нет, не этот. Вот, вот этот додик. Тегнуть его. Давайте пойдем посмотрим, где он. Я просто хочу посмотреть, он что-нибудь приоделся? А, им же, по-моему, надо встречу устраивать, да? Так. Ask favor, distract, follow me. Go ship love. Курт. А как их скуртивать, кто помнит? По-моему, надо им назначить встречу, чтобы они болтали. Ну-ка, давай-ка. Найдем ее. Тегнем. Возьмем вот этого дебила. Пойдем. Я хочу, чтобы ты пошел за мной. Пойдем. Нужно тебя прокачать, что ты сильный чел. Что ты сильный и накачанный, а не лох вонючий. Я его прокачала. Давай, занимайся спортом. Правильно, она любит спортивных пацанов. Шоп ты сразу ей это самое. Все, остановись пока что. Пойду твою подругу найду. По-моему, ей нужно назначить встречу с этим парнем. И тогда она будет вроде бы как это самое, да? Я, короче, просто сейчас напишу записку. Если я не поймаю кота и не получится ее сосватать, тогда просто со злым фотографом тогда проработаем. Потому что, ну, вот это вот сидеть сиськи мять по 500 тысяч лет, я вообще не хочу этим заниматься. Слишком нудно.
Так, не, ну очевидно, этот кошара еще будет быстрее бегать пока что. Давайте пробуем, значит, ищем ее, значит, шкафчик. Тегаем ее, находим шкафчик. Пишем ей записку. Давай поговорим о злом фотографере. Давай встретимся на школьной крыше в 7:30, чтобы я успела все вот это вот сделать. Все, поехали сейчас сэмпайчик с вами на это самое. Не, ну вроде бы как я быстрее бегаю, но я не уверена, что, блин, этого кота вонючего сейчас поймаю. В любом случае, сейчас попробуем. Так, где тут кабинет сэмпая? Ему кладем записочку, подарочек, все, положили. Пошли попробуем поймать гниду кошачью. Но меня прям раздражает, триггерит этот кот. Он прям конченая мразь, он прям сидит и издевается. Не, ну сейчас я вообще хорошо бегу, на самом деле. Вот где этот клубок говна сидит? Вот где вот он? Так, в 7:30 на школьной крыше. А может быть он пропал? Прикинь, если он пропал? Ну, типа такой, а все, надо было ловить меня, когда ловила. Вот он, скотиной! Я тебя ищу! Я все равно его не могу поймать, а? Наконец-то, ёпты! О, сэмпай, понравился мой подарок, все! Так и чё, я тебя просто принесу сейчас котенку, чтобы мы с тобой дружили, или что? Где ты там ходишь, смотри! Эй, тёл! Смотри, твой котенок вонючий. Теперь смотри, раз ты моя подружка, в рот берушка, негативно говорим о Sailor Moon, позитивно говорим о вот этом вот. Так, финиш. Теперь ты знаешь, что кто-то хочет с тобой встретиться около фонтана? Прямо сейчас? Блин, а где же этот дятел? А где же этот дятел? Господи, теперь надо найти этого дятела. Вот он, придурок. Иди к фонтану, давай. К фонтану побежал. Давай, давай, не плутай, давай. Давай, она тебя уже ждет там. Давайте, флиртуйте, голубки. Ну, вроде бы очки и украшения надеты. Надеюсь, все пройдет хорошо. Или проще с фотографом. Так, я получила 14 очков. Короче, с этим дебилом нужно каждый раз проводить инструктаж, да? Так, длинные волосы тебе идут. Силой своей. Give ей hair clip. Давай. Вот, все. Так, я договорилась с ней о злом фотографе. Потому что поняла, что столько времени уже терпеть нельзя. То есть посмотрим, что там. Так, вот. Вот, все. Давайте поможем ей, предложим ей вот это вот про злого фотографа. Ну все. Полезимся с вами. Тогда с другой будем сватовством заниматься. Я забыла сэмпаю подарок подложить. Ё-моё. А сейчас уже, наверное, нельзя, да? Сейчас, наверное, уже нельзя. Блин. Ну ладно, хер бы с ним. Положу завтра. Ну что, идем в психушку с вами. Сегодня у нас день психушки. Поможем девочке. Нам нужно сжечь 4 сумки. Все, я это помню. Я помню, что это было достаточно сложно сделать. Так. Это камни для отвлечения, да? Угу. Так, тут еще надо не попадаться людям. Place... Насколько я помню. Я смотрю, 3 сумки наверху. А где же одна? А вон еще одна. Давай, давай. Пока посидим здесь тихонечко. Дома никого нет. Аккуратненько. Ходим. Тихо.
Ждем, пока вот этот отвернется, мудильник. Поднимаемся, поднимаемся. Давай, давай, давай. Так, поехали. За первой сумкой. О, возьмем сюда Тиву, пригодится. Первая сумка есть. Тихо. Вот это тоже заберем. Вторая сумка есть. Третья сумка. Третья сумка у нас здесь. Все, и осталась одна. Слушай, тут психушки, я хочу тебе сказать, нормально-то контрабанда валяется. И а нам осталось жить всего лишь одну сумку. Которая у того вон чувака. Которая самая сложная. Good boy, mommy. Так, пока не торопимся, не торопимся. Нельзя торопиться, потому что если мы поторопимся, мы все просрем. Нельзя, чтоб нас поймали. Нельзя. Angels. Another. Every. Так, помню, что вот здесь было сложно. Его, по-моему, надо как-то отвлечь. Сейчас я вспомню, как он ходит. Мне в предыдущем нравилось больше моди. Ага, все, вспомнила. Ever wonder? Я прям испугалась. Don't see baby pigeons. Так, давай подождем. Блин, это рисковый способ. Pull out my hair. Я прям испугалась. Нам нужно сейчас спуститься на первый этаж. Berries and cream. Подожди, а где окно, через которое я убегала? А, вспомнила. My skin's singing. Надо ждать. Блин, чтоб вот этот еще не заметил. Давай. Я же отсюда пришла, да? Да, все, уходим через то же окно. Все, помогли девки. Попросим ее по-доброму, чтобы она не лезла к нашему сэмпай. Все, мы это сделали. Так, мы сделаем нормальный чай. И попросим ее не трогать сэмпая. По идее, она должна меня понять. Понять и простить. Сейчас ходим в школу, проверим заодно, правильно ли я все сделала. Ну, вроде бы как должна была. Ой, тогда следующую девочку что, сведем, получается. Долго будем сводить. А, все, то есть здесь не показывают, да? То есть все, получается, угроза миновала. То есть я могу сохранить. Давай вот здесь на втором слоте сохранимся на всякий случай. Но по идее, вроде бы как, она все, больше к сэмпаю яйца не тянет. Да, видишь, она с ним даже не разговаривает. То есть мы ее попросили. То есть видишь, в предыдущем вот моде, который, да, помоложе, там... Тебе показывали, как все это делается, а тут решили не показать. Ладно, мы тогда ему оставим записюлечку.
Пойдем поучимся и пойдем домой. Тогда мы с вами все, в принципе, сделали на сегодня. Мы с вами умнички. Получается, с фотографом самая быстрая пока что выходит фигня. Я стану сильной. Сильной и независимой, чтобы догонять котят. О, сэмпай, понравились мои подарочки. У нас с ним все вообще коннект, мэтч происходит. Ну и идем домой тогда, что, читаем мангу, работаем, учимся, в общем, все что угодно. В школу, наверное, можно не ходить, если только не качаться. Но я думаю, не буду, наверное, сейчас ходить. Мы почти все прокачали, поэтому какой мне смысл ходить в школу, только сэмпая задабривать подарочками. Мы вроде бы тоже все как сделали. Да, все, мы все сделали. Давайте я тогда останусь дома и не пойду в школу. А, нельзя, да, не пойти? Ну что, господа, у нас новая соперница на сегодня. Да, мы по две соперницы будем в серии с вами делать, поэтому идем с вами в школу. Сейчас будем с вами заниматься сватовством. Я вспомнила, как это делается. Предыдущую мы с вами избавились от нее путем нехитрых махинаций, а именно того-то, что как бы она пошла нафиг. В плане мы ей помогли. Со злым фотографом, и все. Вообще, можно так с каждой, наверное, делать. Я, может быть, так в конце и сделаю, но не уверена. В общем, посмотрим. В любом случае, нужно освежить. Вот эта девочка Китти. Девочка-кошка. Девушка-синеволоска. Давайте сначала с ней тогда подружимся, да? С вот этой вот. Вот эта вот моя подружка. Вот она, вот эта вот. Так, тегаем ее, находим ее шкафчик. Сколько еще, кстати, осталось девочек? Еще осталось раз, два и три. Ну, я думаю, что вот этих я сделаю за кадром, а две последние я сделаю вместе с вами, наверное, чтобы у нас был конец, скорее всего, потому что тут, в принципе, сейчас все начнет повторяться, мне так кажется. Ну, и мы с вами давайте подкладываем сэмпаю туда подарочки, как всегда, естественно. Естественно. И будем ждать эту девочку-синеволоску, пока она там наболтается вот этот вот сэмпаем с моим. Чем мой сэмпай? Найди себе другого крошка. Ну, нудно, нудно. Надо было, если вот такой вот делать такую концовку, надо было придумать еще какие варианты, как от них избавляться. Ну, типа, добавить какие-то новые. То со старыми, ну, такое. Ой, а что это я? Я не на том этаже стою. Ой, все! Сэмпай нашел все романтические записки и подарки. Он не может фантазировать о встрече с секретной дамой. Это я, кстати. Теперь я могу ему только записюлечки подкладывать, да? Так, давайте посмотрим, что нравится вот этой вот дуре. Книжки. Значит, она у нас любит сережки, рыжие волосы. Тех, кто ходит в спортзал постоянно, зализанные волосы, украшения. Короче, в общем, фоткаем. Здесь вроде бы даже попроще. Хотя у нее как будто бы такие же предпочтения, как у предыдущей, ну ладно. Так, и читаем ее дневник. Теперь мы знаем, что ей нравится, что ей не нравится. Давайте у нее украдем бента, чтобы она погрустила. Похудее будет. Ну и пошли с ней поболтаем, чтобы с ней сдружиться. Посмотрим, какому лоху она нравится, какое у нее задание, потому что я не помню. Привет. Ой, так много времени, так, я абсолютно... Wait, money, I smell. Мне нужно 500 тебе дать денег, серьезно? Ах ты, сучка. Подожди, так а что, у меня есть деньги. Она не хочет брать деньги? Так, она не любит готовку. Она любит рисование. Так, подожди, а я не поняла, а что не так? Я же ей... у меня же есть $500. А, 1000 она хочет. Ни хрена себе. 1000 она хочет. Не пошла бы она в жопу. Ёб твою мать, охеревшая. Пизда ты охеревшая вообще. Да, я и забыла, что ты еще хуже, чем предыдущая. Ладно, давайте я на этом закончу. В следующей серии на других переключусь. Вот, и там уже тогда сделаю по-другому. Значит, сделаю 3-2. Тогда 3 за кадром, 2 с вами. Потому что, ну, это трындец так долго делать. Либо я могу просто разрушить ее репутацию. Но это тоже долго, блин, делается. Так, привет. А, ты знаешь, что вот она. Она, короче... Она не любит
Она не любит то, что ты любишь. Так, репутация 41. Давай. Так, братан. Я, короче, испорчу ее репутацию. Давайте. Посплетничаем о ней. Гоушип. Она не любит... А прикинь, она любит готовку. Но не, это ему не это самое. Так, нам нужно найти людей, которые любят книжки. Ты у меня любишь книжки? Давай позитивно поговорим. О, ты любишь читать книжки? Да, он любит читать книжки. Супер. Так, go ship. А ты знаешь, что вот она, например, она не любит то, что тебе нравится. Прикинь. Так, теперь репутация 32. Привет, брат. Так, минус 85 репутация. Уже почти. Так, читать она не любит. Комплимент. А, ты мне нравишься. Окей, говорит, ладно. А, посплетничать можно с тобой? Непонятно, о чем с тобой сплетничать. Окей. Ты не сплетница. Ой, это сэмпай, оказывается. Господи. О, музыкантка. Я знаю, о чем с ней посплетничать. Прикинь? Прекрасно. Твоя просьба. Она захотела игрушку, да? Блин, она такая миленькая, кстати, вот эта девочка. Стой. Я ж еще не посплетничала с тобой. Прикинь? Минус 100 репутация. Все, прекрасно. Позитивно поговорим о драме. Все. Моя репутация чиста, ее репутация говно. Все, я молодец. Уничтожила. Теперь я могу идти с довольной душой. Заканчивать это видео. Это было сложно, но гораздо проще, чем, например, сватовство. Но мы его, наверное, реально с вами сделаем тогда в следующих сериях. Вот, а пока посмотрим, что там будет дальше. Думаю, что трех девочек я, может быть, коротенечко покажу. Но только коротенечко, потому что долго это вообще все. Я думаю, она должна быть отшитой. Сейчас проверим заодно мою теорию. Так, давайте я на всякий случай вот здесь вот так вот сохранюсь. На вот этот слот. Чтобы он был. И мы с вами пойдем. Да, все, ее отшили, короче. Никто с ней не дружит. Зашибись. Значит, я молодец. Мы избавились от еще одной конкурентки безобидным способом. Две за раз. Очень даже хорошо. Не забывайте подписываться на каналчик, поддерживать лайком. А мы с вами скоро увидимся. Пока.